Музыка развязала. Конфликт из-за громких песен произошел в Ногайском районе между жителями сел Шумилик и Батыр-Мурза. Около 100 человек собрались, чтобы высказать друг другу взаимные претензии. То ли возмутил репертуар, то ли громкость прослушивания, но словесная перепалка переросла в потасовку. На место выехали сотрудники полиции, руководство Министерства по национальной политике, религиозные деятели. На сегодняшний день конфликт исчерпан. Представители сел пришли к общему мнению, что жители двух народов, Ногайского и Даргинского, не должны ввязываться в конфликт вообще, а уж тем более по столь незначительному поводу. Народы долгие годы дружно проживают друг с другом, и добрососедские отношения не должны быть утрачены. К взаимопониманию пришли и зачинщики конфликта. Конфликт исчерпан. Прошу не поддаваться эмоциям молодежи и оставаться на своих местах. Инцидент, который произошел на бытовой почве, некоторые попытались перевести на межнациональный конфликт, то есть придать этому конфликту межнациональную окраску. А такое время, в котором мы сегодня находимся, ни органы власти, ни органы правопорядка никому не даст это сделать.